Анатолий и Лидия Бугаенко в браке уже полвека, а вместе намного дольше. Когда-то молодой курсант встретил свою вторую половинку на танцах, пригласил на вальс, чтобы больше никогда не расставаться. Этот судьбоносный танец они помнят до сих пор. Вместе прошли через многое. Муж в молодости военный, по гарнизонам, а верная жена всегда рядом, и в радости, и в горе. И на вопрос, в чем секрет долгой совместной жизни, отвечают, не задумываясь. Семейная жизнь – это очень тяжелый труд, очень тяжелый. И если будут стараться обе стороны, тогда все будет хорошо. Если у него что-то плохо, жена должна потерпеть. Если у жены что-то не так, ну, мужчины редко терпят, но жена старается всегда, чтобы все было хорошо. Вместе с ними большая семья, двое взрослых сыновей, которые уже состоялись в жизни. И у них свои счастливые семьи, в которых тоже близятся юбилеи. Но чуть поменьше, всего лишь 30-летние. Но есть к чему стремиться. Хочу сказать, насколько я горжусь своими родителями, которые нам с братом дали огромный пример совместной жизни, огромный жизненный опыт передали нам. И благодаря им мы состоялись как люди. Самое главное – отношение к семье. Семья, дети, внуки, воспитание. Отец вырастил достойных сыновей, продолжителей рода. А вот у внуков пока своих семей нет, но есть понимание, какой она должна быть. Хоть я еще и не женат, но прожить столько лет вместе – это достойный пример для моей будущей семейной жизни. Мало кто может вот так вот на протяжении всей жизни и до сих пор оставаться вместе. Вот. Они являются для меня примером и, в принципе, для каждого члена нашей семьи. Семья Бугаенко делятся другие молодожены Будниковы. Для них пример для подражания. Свадьба молодых людей совпала с золотым юбилеем. И прожить вместе Маргарита и Александр планируют не меньше. Как минимум до золотой. Это наша первая отсечка. А дальше будем смотреть. Что нужно делать, чтобы сохранить, по вашему мнению, счастливый долгий брак? Всегда общаться, разговаривать. Слышать друг друга и слушать, главное. И находить общий язык. Валерия Окунева, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.